подошел снимать зарядки, мобильный телефон снял, в руках телефон зарядное, поворачиваюсь и слышу рев и удар, ну как бы взрывная волна, окна выбила, взрывной волной толкнула в спину, я ухватил рюкзак с документами и сына, у него ДЦП, мы как бы вышли сюда, его вывел, сели на лавочках. Ну и... Оно бахнуло, все это, я сразу ничего не поняла, что случилось, и все это крики, эти боли, это стоны, вот это вот такая ситуация, что я могу сказать, все выбежали, все вышли, поняли, что что-то случилось. Спасибо.